умеют выйти из любой жизненной ситуации. Вдумчивые, трудолюбивые и восприимчивые личности. Они умеют делать широкие жесты. Они берутся за работу любой сложности. Этим людям удобно на любой должности. Этим людям важно коллективное мнение. Эти люди кажутся окружающим строгими и неприступными. Любят ярко одеваться, стараются быть в тренде. Не любят подчиняться, стараются поставить всех на место. Умеют налаживать контакты во благо семьи и друзей. Они находятся в постоянном внутреннем поиске и борьбе. Они не представляют своей жизни без работы. Семейные личности отвергают бездетный образ жизни. Это истинные борцы за правду и справедливость. Для них важны имидж и общественное мнение. Для создания семьи выбирают похожего на себя человека. Невзгоды закаляют этих людей и делают мудрее. Они амбициозны, сильны, настойчивы и талантливы. Это любопытные, находчивые и целеустремленные личности. Им сложно спокойно сидеть и наблюдать за происходящим. Эти люди притягательны для противоположного пола. Это строгие, последовательные и корректные личности. Они прямы и добры с любимым человеком. Пользуются популярностью среди лиц противоположного пола. Они реализуют свои артистические способности в искусстве. Эти люди обладают притягательными качествами. Из них получаются также успешные психоаналитики. Они тренируют силу воли и контролируют свои эмоции. Бывают очень сдержанными, а также решительными стратегами. Они резко реагируют на ложь и несправедливость. Этим людям многое удается с первой попытки. С этими людьми легко в коллективе. Они умеренны и открыты. С возрастом они становятся более аристократичными. Такие люди прямолинейны и честны. Редко поднимают голос на ребенка. Спокойствие – их радость. Быстро обучаются, но не показывают все свои знания. Умеют делать прогнозы на события, духовные личности. Эти люди чувствительны, мудры и спокойны. Из этих людей получаются хорошие семьянины. Они приносят пользу всем окружающим людям. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.